2273 плейлиста созданы на моем канале на утро 29 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube. И это замечательно, потому что самостоятельно посчитать такое количество плейлистов на моем канале уже практически невозможно. Но сейчас это и не нужно. Потому что у YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию. Причем это делает весьма оперативно. Тем самым избавляет множество хлопот, сберегая время. А самое главное – нервы. Ведь нервные клетки не восстанавливаются, так говорят врачи. Ну и эту информацию можно использовать себе во благо. Что я, собственно, сейчас и делаю, снимая этот видеоролик. Спасибо YouTube.